сегодня рассказали о принципиально новой технологии. Назвали мы эту технологию морфологией биологических жидкостей или функциональной морфологией, потому что до этой технологии понятие морфологии у нас распространялось только на клеточные ткани. Вот есть клетка, значит, есть морфологический анализ. А системы морфологического анализа неклеточных тканей, то есть биологических жидкостей, до нашей технологии не было. Это оставалось за кадром. Были иммунологические, биохимические, физико-химические исследования биологических жидкостей. Но эти исследования дают отдельные результаты только по отдельным показателям. Эта технология дает системный анализ. Морфологический анализ. И по этой морфологии мы можем в целом интегрированно оценивать состояние организма. Наша технология отличается от технологий, которые применяются в медицине, следующим образом. Например, в биологической жидкости, вот традиционная медицина раскладывает вот эту биологическую жидкость на отдельные части. Скажем, определяется общий белок, содержание холестерина и так далее, и так далее. Наша технология позволяет установить связи между этими составляющими. И очень часто бывает так, что зашкаливание какого-то параметра, который определяется обычными методами, свидетельствует не о том, что человек слишком, скажем, у него очень большое количество холестерина. Нет, этот холестерин, например, играет здесь какую-то защитную роль, барьерную функцию несет. Если начинать его снижать, то разлетается вся система. И вот мы по своей технологии можем увидеть, даже при каких-то повышенных цифрах, гармония остается, значит, все нормально. Как только что-то снижается, эта гармония распадается. А самое главное, чтобы была вот именно гармоничная структура построения. Потому что структура и функция едины. Есть хорошая структура, значит, будет хорошая функция. Вот мы получаем качественно новую диагностическую информацию, которую нельзя получить вот традиционными методами исследования в медицине и биологии. Да, я очень рад тому, что судьба нас свела с академиком Шабалиным и его супругой Светланой Николаевной Шатухиной, потому что тот метод исследования, который они открыли и которые они пытаются применять на практике, на мой взгляд, откроет фантастические перспективы в области спортивной медицины и физиологии. Для исследования влияния физической нагрузки на организм человека, для выработки на этой основе более глубоких и правильных методик тренировки как таковой, для определенного осмысленного подхода к вопросам восстановления, спортивного питания. Метод открывает совершенно уникальные возможности для исследования организма человека малоинвазивным способом, то есть без каких-то лишних повреждений, трудоемких манипуляций. И этим он подкупает. А равно как подкупает и как все гениальное простым методом самого исследования. Поэтому абсолютно в мейнстриме фонда Гераклеон, фонда развития инноваций и модернизации медицины и спорта, находятся те исследования, которыми занимаются академик Шабалин и профессор Шатухина. Мы, безусловно, будем работать вместе, будем работать, что называется, в поле, с тем, чтобы, работая здесь практически, распространить методы и практику нашей совместной работы на как можно большее количество апологетов активного, здорового образа жизни, апологетов интенсивных занятий общей физической подготовкой, и это тот путь, которому мы собираемся посвятить ближайшие наши перспективы.